Здравствуйте, друзья! Как поживаете? Давайте сегодня выясним, в чем разница между глаголами «видеть» и «смотреть» и как их использовать. «Видеть» означает воспринимать информацию через глаза, зрением. Например, я вижу вас. Он видит дым. Ты видишь огонь. Смотреть означает направлять взгляд на что-то, что нужно увидеть. Например, я смотрю в небо. Они смотрят на поезд. Мы смотрим на звезду. То есть смотреть не означает видеть. Можно смотреть, но не видеть. Например, она смотрела на него, но не видела, так как слезы застилали ей глаза. Смотреть – это значит быть зрителем, смотреть кино, спектакль, соревнования, шоу, выступления и так далее. Смотреть значит направлять взгляд на что-либо, куда-либо. Смотреть в глаза, в окно, в книгу, в телевизор, в будущее. Например, Павел смотрит на дорогу. Инна смотрит телевизор. Мы смотрим футбол. Видеть. Я вижу. Ты видишь. Он, она, оно видит. Вы видите. Мы видим. Они видят. Смотреть. Я смотрю. Ты смотришь. Он, она, оно смотрит. Вы смотрите. Мы смотрим. Они смотрят. Видеть означает воспринимать зрением. Например, я видела, как машина уехала. Видеть означает встречаться с кем-то. Я тебя не видел целую неделю. Видеть означает понимать, осознавать что-то. Он ясно видел, что мать умирает. Пока все. Всем хорошего дня!